С каждым годом набирает обороты межрегиональный фестиваль «Гостеприимная Чувашия». В прошлом году из-за пандемии фестиваль прошел онлайн. На этот раз участники встретились лично. Чувашия, Башкортостан, Пермь – всего 11 команд из разных регионов страны и районов республики. Шедевры многонациональной кухни от мастеров своего дела. Разнообразие меню поражает воображение. Очень много. Вот у вас именно узбекский. Именно да? Узбекский, да. Именно узбекский. Есть ташкентский, самаркандский, ферганский. То есть они как бы готовят немного с изменениями, исходя из тех продуктов, которые у них есть. В программе фестиваля розыгрыши и конкурсы. И очень здорово, что здесь растет количество участников и есть интерес и представителей других национальных кухонь участвовать. Каждая нация, каждый народ, конечно же, прежде всего гордится своим родным языком, культурой, ну и, конечно же, национальная кухня – это неотъемлемая составляющая представления той или иной национальности или народа. Когда здесь собираются искусные мастера своего дела, несомненно, это очень здорово, когда вы собираетесь, общаетесь. Конкурсная программа завершилась грандиозным Open Kitchen Show. Желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд и даже попробовать, например, освоить рецепт чувашского супа какая-шурпи. Победители объявят чуть позже в категориях профессионалы и юниоры. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Юрий Марков, Республика.